как говорится, курс прежний, ход задний. Надо к друзьям подъехать на пилораму. Куда без друзей, куда без досок и без пилорамы? Просто некуда. Просто некуда. Так. И теперь туда. Стройки идут везде. В новом поле. Сегодня должны вырубить аварийное дерево по соседству с своим участком. Звонили из Заславля. Довольно оперативно работают коммунальные службы. Скажу честно. Самим дерево это пилить чревато штрафом, поскольку оно не на моем участке. Мы в сельсполком написали заявление. Буквально через 3 дня пришел ответ, что наше заявление с просьбой об удалении аварийного дерева передано Минск, Бел, Дор, Жил, Строй, там что-то спец, монтаж, короче, в организацию, которая занимается арбористикой в том числе, то есть там и техника. Посмотрим, короче. Арбористика, наука о деревьях. Арбористы, те, кто их профессионально удаляет в сложных местах и в простых местах, то есть близлежащих, если между домами где-то растет, либо на кладбищах, либо где-то возле школ. И ребята там работают очень профессионально. Альпинистская подготовка у них, альпинистское снаряжение, умение владения бензоинструментом любой мощности, сложности. Я с ребятами с этими сталкивался, общались возле школы, вырубали, они спиливали. Ну, очень профессионально. Липы, каштаны навез себе этих, попросил их сделать пенечками, спилами, слэба они не делали. И тут же у них шредеры эти стоят, перемалывают пыль эту, ветки, листья, сучки, все полностью дерево в опилки превращается. Посмотрим, что сегодня с этим деревом будет. Там целая наука, и умение надо, и физическая подготовка просто хорошая, отличная, нехорошая. Знание крепежа, знание страховок, тоже, ну, наука есть наука. То есть не, все не просто так, подошел, спилил. Знать, как структуру дерева, как пилить его, как чего, куда упадет, какое больное ветка, какая здоровая, как правильно скелетные ветки сделать, форму придать дереву. В общем-то, там ребята молодые работают, в основном такие физически подготовленные, с альпинистской, даже и мастера спорта, я знаю, есть там по альпинизму. Такие недохляки. Все, приехали. Дима сидит.